Озеленение Шымкента всерьез беспокоит главу региона. Сегодня Жансей Туймебаев встретился с представителем южнокорейской компании Ченг Сик Чон Мэном. Предприниматель ознакомил главу региона с саженцами декоративных деревьев и кустарников, которые выращивают в питомниках Узбекистана, и рассказал об особенностях разведения и содержания зеленых насаждений. В свою очередь Туймебаев подчеркнул, что необходимо учесть климатические особенности и для начала вырастить в Шымкенте несколько пробных саженцев. Аким сообщил, что специально для этого направит делегацию в Узбекистан. Напомним, глава региона не раз высказывал свое намерение спрятать частный сектор города под деревьями. Специально для этого Аким посещал дендропарк, а затем советовал городским властям покупать деревья для посадки в городе именно здесь. Все вопросы, связанные с работами по озеленению третьего мегаполиса страны, находятся на личном контроле главы региона, сообщает пресс-служба областного акимата.